Ирите Сиудат, это исторический центр, это замок. Ход замок через дом Ордун. Хорошо. Значит, тут есть магазины, А, как можно видеть, здесь вполне хорошо общаются на русском языке, и даже все надписи, и все брошюры есть на русском языке. Большое спасибо. Спасибо. До свидания. Когда мы приезжаем в Гуадалес, на что мы попадаем? С нас берут 2 евро за парковку, но это просто не деньги. Здесь есть информационный центр, который стоит посетить, потому что там есть полный стенд со всеми брошюрочками разложенными. И как только что вы видели, там вполне общаются на русском языке, что было очень приятно. Но у нас есть собственный гид, поэтому нам немножечко будет легче. Идем в Гуадалес. Сейчас попробуем венчик. В 11 утра. Испанская жизнь, а как по-другому? Зато живут до 90 лет, не напрягаются. Здесь растут такие растения, как цитрусовые, апельсины, мандарины, лимоны. Выращивают миндальный орех. Когда будете в Гуадалесе, ну и в целом в Испании, на что надо обратить внимание? На многоступенчатость рельефа. На что это влияет? Когда мы находимся ниже, там влажность одна. Когда мы находимся выше, влажность другая. Соответственно, скорости ветра разные и давление разное. Поэтому здесь необычайное большое количество пенсионеров, людей преклонного возраста. Почему? В зависимости, если мы берем гору, на какой стороне, как можно выше, как можно ниже, она на вас влияет по-разному. Поэтому в какой-то точке вам будет максимально комфортно, а в какой-то вы будете состояние дискомфортно ощущать. То есть это зависит из-за влажности, силы ветра, солнца. Поэтому люди все разные, организмы у всех разные. И вот здесь то место, когда вам однозначно не будет плохо или однозначно не будет хорошо. Вы будете здесь такую монотонность ощущения ощущать. Вот когда находишься в Гуадалесе, а у нас это первый приезд, и это чувствуется. Как вовремя я закончил говорить, и на тебе. Обожаю вот такие вещи, когда бьет колокол, и вибрационные звуки, они распространяются по ущелью. Что здесь уникально? Уникален это звук вот такого испанского колокола. Если вы любитель колоколов, вы знаете, что в России, в Бельгии они совершенно разные. И вот это тот коротенький, пускай, но оригинальный испанский колокол. Ну что же, мы находимся, это самая высокая точка этого места? Нет, есть еще выше. Но это самая панорамная точка. То есть мы находимся на самой панорамной точке в Гуадалесе. Во-первых, спасибо, что ты нам показал это место. Спасибо вам. Что это такое? Ты можешь вкратце рассказать? Водохранилище Гуадалест. Это водохранилище Гуадалест. Значит, ту воду, которую мы употребляем в Бенедорме, в принципе, она идет отсюда. Вот здесь можно прокатиться на катере на солнечных батареях, потому что это чистая энергия, поэтому вода не загрязняется таким образом. То есть это получается, это водохранилище всего большого миллионного города практически? Ну, это не миллионный город, на самом-то деле. Но это основной источник воды. Основной источник воды. Есть также трубопровод. Ага. Вот, он идет на север, также оттуда доходит вода до нас. Отсюда также употребляем воду. Почему вода имеет такой необычный лазурный цвет? Я понимаю, что это вопрос не к тебе, это вопрос больше к строителю. Это из-за доломитовых оснований, которые находятся, она именно дает такой цвет. То есть вода на самом деле, если налить стакан, она будет не такой лазурной. Вот. Но тот известняк, который на дне от преломления лучей, он дает вот такой необычный свет. Буду знать, спасибо за информацию. Сколько в Гуадалесе проживает народу? Около 100 человек. Это такое маленькое поселение, на 100 человек. Ты представляешь, все друг друга знают. Но они живут исключительно туризмом. Зарабатывают. Вот, я так полагаю, что все родственники
Скорее всего. Раньше, да, очень интересно, потому что на первых этажах были загоны для... там стояли ослы и так далее. Сейчас это магазинчики. Так, и эта винодельня, так понимаю, находится на... В самом центре. В самом центре старого города. То есть... Ее очень сложно найти, шутка. Потому что вот эта вот площадь вся, это центральная площадь Гуадалеста, да? Да. И она находится прямо посередине. Что там написано? Местные продукты, то есть локальные продукты. Это колбаса, вино. Это то, что производят здесь на месте. Вино и колбаса. Колбаса и другие еще продукты. Учитывая то, что он прекрасно владеет испанским языком, я думаю, мы сейчас там оторвем душу. Идем. 15 минут. То есть мы сейчас находимся в Гуадалесте, и это часть фрагмента скалы, в которой был пристроен дом, и здесь, собственно говоря, и расположена эта продажа вина. Такой натуральный фон. Да. А помимо вина, что в этих отпусках может быть еще? Aparte del vino, aquí lo veo que hay conservas. Esto es chorizo picante. Это называется чорисо, это острая немножко колбаска. Hay salchichón, que no es picante. Salchichón, это не острая колбаса. Y es una señora que lo hace de 83 años. И женщина, которая это все делает вручную, ну, то есть сама делает, ей 83 года уже. Están haciendo aquí en Guadalest. Да, то есть делают в Guadalest. Hacen una cosa muy famosa, muy típica aquí. Типичный продукт, это называется... Паштет. Паштет, на испанском называется собрасада. Они пакуют здесь. Todo para llevar a Valencia. Так вы могли приобрести это здесь и уже отвезти обратно домой. Luego está el queso, que es el queso de cabra. Это сыр, кузи сыр. Который там был здесь. También están produciendo aquí. Están haciendo en el pueblo de abajo. Делают в городке ниже. Y embutido, si podemos ver el vino, ¿no? Sí. Y más o menos los precios de... Pues precios son de sobre 2,50, 3 euros. Цены варьируются от 2 до 3 евро. То есть, можно минуточку, вот такая колбаска, она будет стоить всего-навсего 2,5 евро. Я думаю, что в Москве такая колбаса стоит порядка 15-20 евро, это точно. А здесь ее можно продегустировать. Конечно. А ее только два вида? Шоменте и дос типос, но? А это два вида, но два вида. Острая. И если сантичон, но с чиканте. Он более мягкий. Добрый. Esto es una... solo es carne, no hay nada de grasa. Это только мясо, тут ни грамма жира. А, это просто вяленое мясо получается, да? Solo los niños lo comen así. Дети просто кушают. Ну, вместо чипсиков такая штучка. Закуска, пиво. Es todo carne, por esto está más seco. Так как это только мясо, здесь нет ни грамма жира, поэтому оно сухое. То есть здесь тут три вида колбаски стоимостью 3 евро, 2 евро и 5 евро. Ну, без копеечек, если так. А также сыр один вид, да? Козий, да. Чтобы ты его лунги подъехал. Си, соло кабра. Это только козий сыр. Кабра и вака кон орегано. И смешанное. Это козий сыр и орегано. Таким образом, может быть, здесь линейка продуктов не такая обширная, но те вкусы, которые здесь есть, они настолько индивидуальны, натуральные. Ну, вы это можете попробовать только здесь и нигде больше. Без лишних добавок. Я думаю, что с колбасой и сыром мы закончили. Теперь переходим к самой главной части, к вину. Да. И этот аппарат для пробки. Tenemos los corchos aquí para tapar la botella. Y así la botella está tapada. Muy bien. Perfecto. La dejamos en su sitio para... Эта бочка придает особенный вкус вину. Sabor a roble. Вкус дуба французского. Ну, после того, как мы налили вино, сейчас как сеньора зовут? Como le llamas? Ángel. А сеньор Ángel покажет нам, как правильно пить вино, как его пьют истинные гуадалесцы, да?
¿Cómo se toma este vino? Pues esta es una bota de vino cuando antiguamente se iba la gente al campo. Когда люди уходили работать в поле, они брали с собой это устройство. Se llevaban el vino para degustar, para estar en calor en invierno. Чтобы зимой согреваться, они пили вино. И типичная манера для употребления вина именно такой. Бурдюк позволяет налить в рот именно столько, сколько тебе нужно. Не как у русских, стаканы хочешь, не хочешь, пей. Заглатывать, да. Такой кусочек. А почему они такие разные? И porque son tan diferentes, o solamente el estilo, el... Todas las botas son de piel de cabra. Все бурдюки состоят из кожи, козьей кожи. Hay algunas que están con la piel, con el pelo. Есть модели, которые уже идут с шерстью. Yeah. То есть натуральная шерсть. В любом случае, внутренность — это кожа. Simplemente decoración. Это декорация. Y la auténtica está con piel envuelta, piel natural. И такая, скажем, самая аутентика, аутентичная, да, оригинальная, да, то есть она вот с развернутой кожей. Такой вопрос, а если бурдюк мы налили вина, а потом какое-то время не пользовались, что с ним произойдет? Si, por ejemplo, hemos llenado el vino, y por ejemplo, está 3-4 meses sin usar, ¿qué le va a pasar? Normalmente esta gota conserva el vino muy bien, cuanto más tiempo esté dentro de la gota, mejor está, pero hay que tener un cuidado en tenerla así, para que esté toda la parte de abajo de la bota llena de vino. Si la dejamos así, arriba no hay vino, se puede secar y hacerse mal. Значит, вино внутри сохраняется очень хорошо, вот, так как это все естественный материал, вот, но надо знать, что вино именно должно сохраняться в таком положении. Потому что если оно будет у нас сохраняться именно вот вертикальным, то тогда эта часть засохнет. Ну, то есть бурдюк должен всегда быть наполненным вином? Да, и в горизонтальном положении находиться. Если в бурдюк наливать не оригинальное вино, а вино с магазина, на него влияет это вино? Si, por ejemplo, llenamos la bota del vino de la botella, no pasa nada. Без проблем, можно наливать любое вино, никакого влияния. Главное, чтобы он был все время полный. Полный, чтобы он не засох. Но здесь еще обнаружили очень уникальную вещь. Такую вещь, за которую в нашей стране дают уголовный срок, а здесь она буквально, видимо, продается. Самогонный аппарат. Как он работает? Подожди, поиграть в она. Son tres piezas. Три, он состоит из трех частей. Es una donde está el cubo para refrigerar el alcohol. Это охлаждение. Se llena de agua. Он наполняется водой. Y luego está la parte de arriba. Верхняя часть. Que es la que recibe el alcohol destilado. Это часть, которая получает именно алкоголь. Aquí se pone la fruta. Фрукты сюда заполняются. Fruta o el resto del vino. Cuando или остатки вина, или остатки винограда. De la uva. Y se calienta, fue barato. Нагревается снизу. Y pasa el alcohol por aquí. Y sale por este orificio. Проходит всю цепочку, и снизу он уже получается... А, то есть для него брагу не надо, получается, делать специально? А просто все остатки вина... Все остатки вина туда, или фрукты. Видите, какие испанцы изобретательные, они придумали делать алкоголь даже из ничего. А этот большой, он просто больше объем, так все то же самое. Масштабы больше, производят больше продуктов. Сколько градусов получается? А квантового градуса? 70-80 градусов. 70-80 градусов. Вот такие испанцы сообразительные. Зависит от фруктов. Самый большой градус какого фрукта, винограда? El más alto es del vino, del uva. De la uva que se llama orujo. Orujo. Есть такой виноград, который называется orujo. И здесь есть такие ликеры, которые называются orujo de hierbas, orujo de miel. Таким образом,
aquí tenemos todos los productos. Также вот они продают уже в готовом виде, в эти желтые баночки, это ликеры. Ну, вернее... То есть для тех, кому лениво гнать самогон, здесь его можно можно приобрести. Это с медом. Сам ликер, скажем так, ликер с медом. Настойка. Настойка с медом, да. Травяная настойка. И сухой. Сухой вот это спиртяга чистая. Totalmente la pastilla. А? Totalmente casero. Это да, домашнего приготовления. То есть это не в индустриальных условиях, То есть я полагаю, что самогонщики у них разрешены, можно гнать прямо здесь. Можно гнать и сразу продавать. Вот это бизнес. Ну как тебе поездка в Гуадалест? Что изменилось в твоей жизни до приезда сюда и сейчас после увиденного? Когда мы начинаем говорить, как раз всегда бьет колокол. Я тебе скажу, что мне нравится все. Начнем с панорамы. То есть здесь то туман, то какое-то солнце. Как я говорил ранее, здесь за счет того, что скала и многие уровни, и на каком-то уровне ты себя чувствуешь максимально комфортно, а на каком-то максимально дискомфортно. И скажу точно тебе, спасибо, что мне показал это место, потому что я думаю, что люди делятся на два типа людей. Те, которые посещали это место, и те, которые не посещали. И я почему-то уверен, что приехав сюда, вы обязательно также разделитесь на эти категории. То есть вы будете человеком, который был в Гуадалесте, и человеком, который не был. А учитывая то, что этому месту 400 лет, она не может быть крутым, экшен, тусовочным. Здесь большое количество народу, да. Но она как раз поражает своей дикостью и девственностью, вот я бы так сказал. Ну, чистая история, вот, в принципе, у Испании очень богатая история, начиная от Америки, заканчивая другими довольно-таки известными... Маврами. Маврами, да. То есть место для релакса однозначно очень хорошее. Посмотри на этот вид, это вид на миллион. Да. Я думаю, там надо продать какой-нибудь участок. Да, для тех, кто любит тишину и покой. Да. Это вау, это волшебное место.